что у тебя с ногами тогда такое? Слышишь? А что у тебя с ногами? Что у тебя такие ноги опухшие? Можешь сказать? А что у тебя с ногами, друг? А? И что у тебя тут на голове такое? Ладно, я не буду с тобой спорить. На тебе день. Я тебе даю, потому что у тебя вот ноги больные. На тебе деньги. Возьми, пожалуйста. Возьми, это тебе. Возьми. Это я тебе даю деньги, вот. Возьми. Купи себе что-нибудь, хорошо? Ты меня слышишь или нет? Просто купи себе что-нибудь, какое-то лекарство, потому что у тебя ноги вообще капец. Я не знаю, что это такое. Друзья, ставим лайк, подписываемся. Вот я оставил денег. Ты меня услышал, не? И потому что там куртки и бананы просто и все. Друзья, ставим лайк, подписываемся. Максимальный репост видео. Помогайте всегда своим ближним. И всегда делитесь по максимуму. Потому что у парня реально ноги. Кстати, кто знает, что это такое с ногами, напишите, пожалуйста, в комментариях. Потому что я первый раз такое вижу, скажу честно. Напишите, не игнорируйте. Потому что вот такая вот ситуация. И мне интересно ваше мнение. Напишите, я вас очень прошу. Максимальный репост этого видео. Все, надеюсь, ему все поможет. Друг, все, удачи тебе желаю. Удачи, пока. Все, лечись. Хорошо? Ты меня услышал? Ты не игнорируй только, пожалуйста. Купи себе что-нибудь нормальное, хорошо? Только не алкоголь, пожалуйста, друзья. Помогите ему, пожалуйста, тоже. Напишите в комментариях свое мнение. Все. Жду вашей обратной связи и максимальный репост этого видео. Если поставите, я буду очень благодарен. Только не игнорируйте, ребят. Все, лайк, ваш комментарий и напишите, что это с ногами, потому что я не совсем понимаю, что это такое. Что это может быть за болезнь и как ее лечить.